Школьники не будут учиться по одному учебнику истории. В России будет создана концепция, в рамках которой может появиться несколько учебников, сообщил спикер Госдумы, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в едином учебнике истории должны быть отражены основные эпохи развития страны, что это должен быть канонический учебник и что каноническое изложение исторических событий в учебнике должно дополняться альтернативными версиями и различными точками зрения, озвученными учителем. Я полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. Если действительно мы будем на Востоке изучать одну историю, на Урале вторую, в европейской части третью, это в целом может разрушать и наверняка будет разрушать единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации, предположил Путин в ходе своего выступления на первой конференции Общероссийского народного фронта.